Так, всем доброе утро. Извините, солнце светит в глаза, снимать невозможно, поэтому не буду сейчас. Прикол у нас, короче, потом расскажу. Короче, буду снимать погоду, природу вокруг, что меня окружает. И еду с вами сегодня в школу. Вот уже 7, надо быстренько приехать в школу и уже идти на урок. Сегодня блок дэй. Первый и третий, по-моему, вот такой вот. А вот, кстати, как выглядит мой класс по науке и английскому. Я, кстати, сижу вон там. Это просто как выглядят каждые коридоры и каждые двери разокрашены в каждую страну. А вот как выглядит клетка для птиц. To learn, isn't it? Yeah, kind of. Вот как выглядит ланч. А вот это, где мы переодеваемся. А эти столы, если ты себя плохо ведешь, ну и тебе там что-то сказали пойти, вот это место, ты весь ланч сидишь и смотришь, как все развлекаются, а ты сидишь и ничего не делаешь в жаре. Ну, такие муки. Я взяла себе вот такой, как смузи, как слаще они называются, замороженный лед со вкусом чего-то. У меня клубники, и мне одна подруга оставила пару пончиков, как вот. А вот это будет для моего класса stage productions. You're not getting it. Краска, там всякие майки, все такое, мы будем над этим работать. Как выглядит наша библиотека? Диванчик есть. Тут очень много книг. А вот такие вот закладки, это просто когда книгу берешь.